Официальную часть решили провести заблаговременно. Защитников Отечества в зале филармонии поздравили 19 февраля. Праздник этот поистине всенародный. В начале своей речи губернатор поделился мыслями по поводу сложившейся обстановки в мире, о разрушительной и беспощадной стороне войны на Украине. В первую очередь поздравления звучали в адрес тех, кто выбрал службу Родине в качестве профессии. За высокие результаты в боевой подготовке благодарственные письма получили военнослужащие десантных войск, военно-транспортная авиация, ракетчики, сотрудники военных комиссариатов. Позвольте мне в этот знаменательный праздник прежде всего поздравить наших уважаемых ветеранов, которые уже доказали, а то и неоднократно, верность своей Родине, проявили мужество при ее защите. Мы, конечно, сегодня поздравляем тех, кто сейчас стоит на защите нашей Родины. Это и уважаемую нашу армию, органы внутренних дел, Федеральную службу безопасности, всех тех, кто защищает наши внешние и внутренние границы.